Welcome everyone. И welcome to the live HIV. Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю сессию в рамках конференции ВИЧ 2020. Будет вестись синхронный перевод для всех желающих, поэтому, пожалуйста, выберите ваш канал аудио. Выберите язык. Для этого, пожалуйста, выберите функцию синхронного перевода или interpretation, и затем выберите язык. И затем вы можете отключить оригинальное аудио, чтобы слышать только переводчика. Пожалуйста, следуйте правилам участия. Наша сессия записывается. Эфир будет сохранен, поэтому, пожалуйста, примите этот факт во внимание, так как также ведется прямой эфир и в Фейсбуке. ВИЧ 2020 предлагает безопасное и нейтральное пространство для того, чтобы все желающие участники могли поделиться мнениями, опытом, наработками, навыками и так далее в обстановке взаимного уважения. На протяжении всей конференции следует принцип нулевой терпимости к любому виду издевательств, притеснений, преследований, оскорбительных заявлений, агрессивных выражений и любое другое нежелательное поведение. Данная политика распространяется как непосредственно на саму сессию, так и на общение в социальных сетях, таких как Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и так далее. Те участники конференции, которые будут замечены за совершением подобных действий, будут немедленно удалены без предварительного предупреждения. Мы же хотим пригласить вас всех на нашу сегодняшнюю сессию «9 полов». Я Саша Кондрашов, я буду вести эту сессию. Буду модератором этой сессии. И хочу начать с представления. Майк проведет сейчас церемонию открытия. Майк также будет помогать мне вести эту сессию. И мы хотели бы начать с небольшой церемонии, небольшой молитвы. Пожалуйста, Майк. Okay, Gail, unmute yourself. Gail, пожалуйста, включи микрофон. Can you hear me? Yes. Тебя не слышно? Okay. Да. Me which? Кани мит макотус не кад, те макоту утем. Me which? Тен ом гизе мани ту. Gail произносит молитву на родном языке. Мигенин вейчинен тамане гастан санишна бемуан манучно таго сяни самане тумиза мага паме аямуат. Мемагигинен чинун таго сян чби муису канги тома каве аята чако. Мисуме сенане тамно гину куме сенане манандо каве сева паме аямуат. Мега кинеген тумане нане гизе мане туманучу вичанге то. Я бросал энемигу на них, и я не могу сменить. Мало у меня зак кинга папа мне я не. Мои тиги спиминг, а я на ви же мне ту, мало чему. Там но мои те, бился мои те, кивет, там но шао нун, нега пива нун, там но ваба нун. Мои те мало ге интуиция, поэта са табу син. Мы вот сей танкинин, мы чанснабе, на метаго чан, сиги тут тамого уго, кену габонит та, сиги та ту, уту уту нога гимини уон, мунчи сэмани. Ни вот дасинга яок, мы кана габонит та чанснабе мор, ману тус миге, яги тимаги ног сэмани ту, а кина яги тимаги наи сенам. Кинан он та есть нам, мы кинан те и нам, кинан кое-что каги тоан, а то кинан та агун не уе, у мана мауи мама убьян, мано кое-что он та убьян, мешка кое-что мы нам кисе манито, то мно ма кинен, чтобы кити маги на венчи уичиен, а не кое-что каги тоан, кое-что знага тен таман,
Спасибо, Гейл. Ну что ж, девять полов, тема сегодняшней сессии. Девять полов – это миф, это то знание, которое было передано мне. Один человек научил меня этому, когда мы сидели возле костра и ждали, когда разогреются камни. У этого человека довольно-таки сложно ему было ему понимать, какова жизнь внутри общины. И на протяжении этого времени, что ж, этот человек, он был гетеросексуален. И он говорил о тех вещах, которые ему нравились в его жизни. Все, что ему нравилось, такие вещи, как как, например, что ему нравилось, что у него дома порядок, все вещи на своих местах, ну, такие вещи. И это было очень важно, может быть, потому что некоторые из этих вещей, они больше подходили женской стороне его характера, его женскому духу. И старейшина этой общины начал ему с ним разговаривать и объяснил ему, что у него два духа. Многие люди думают, что два духа – это относится к сексуальной ориентации. И, может быть, это даже неплохо, потому что мы живем в обществе, существуют какие-то сексуальные половые конструкты, и все они разные. Поэтому я думаю, что мы можем понимать эту концепцию как гендер, как сексуальную ориентацию в том числе, или же как такую концепцию, как множество гендеров в одном языке. Что такое множество мультигендерность? Я думаю, что этот термин не должен нас ограничивать. Существует больше, чем два гендера. Во многих верованиях существует даже девять гендеров. И эти девять гендеров эти девять гендеров могут жить в одном теле. Это может быть мужчина с мужским духом или женщина с женским духом. Но есть и другие гендеры, которые представляют собой большинство людей, которые живут на планете Земля. У большинства людей есть дополнительные духи, которые живут в их телах. Разумеется, есть смешанные пол с двумя духами. Это люди, у которых есть и мужские, и женские физические характеристики, а внутри них живут мужской и женский дух. Я говорю об этом, основываясь на эти две концепции, мужское и женское, потому что мы так, большинство так это понимает, но на самом деле это не совсем так. Старейшина научил меня этому.
И тогда, это было еще 10-15 лет, этот человек, тот молодой человек, которым я был, он так это понял. То есть учение основывается на следующем. Кто тебе передает это учение, в какой момент твоей жизни? И понимание на индивидуальном уровне. Поэтому все эти знания, они весьма особенные для каждого человека. Каждый человек по-своему их понимает. Наверное, поэтому меня выбрали, чтобы передать мне эти знания и понять это, потому что я это понял и начал проводить исследования касательно других людей во всем мире, в Канаде, в США. Как они понимают это понятие 9 гендеров? Это может быть мужчина с женским духом? Что это собой представляет? И слова, которые старейшины и предки вложили в мой род, означают следующее, что мужчина может жить с женским духом внутри. И он, или более реалистично скажем, она – это женщина, живущая в мужском теле, этот дух, который живет внутри этого тела. И я полагаю, что этот человек, он так себя и ощущает. В понятии предков. Если это женщина с мужским духом внутри нее, она может чувствовать, что внутри ее живет мужчина, или точнее сказать, внутри него, потому что дух мужской. И, может быть, эта женщина она себя чувствует более комфортно, одеваясь в мужскую одежду, занимаясь мужскими делами, например, охотой. И этот старейшина, который научил меня традиционным верованиям и учениям, это был старейшина народа Кри. И это общество, оно разделено на две части, на мужскую и женскую часть, но есть, конечно, и исключения, потому что есть женщины, которые живут с мужскими духами внутри их тел, и они предпочитают заниматься охотой, занимаются освеживанием туши животных пойманных. И наоборот, мужчины, которые живут с женским духом внутри, может быть, они предпочитают ухаживать за детьми, за животными, за бытом. Поэтому даже в этом обществе это разрешалось. И также для нас, как духовных веществ, наши духи, они могут перемещаться, они могут меняться, они могут путешествовать из одного места в другое. Поэтому я жил с этим старейшиной, я ему помогал готовить, помогал ему причесываться, заплетать косы, участвовать в различных традиционных церемониях. И в этой семье тем людям, внутри которых жили два духа, разрешалось заниматься и мужскими, и женскими делами. Что еще я могу сказать о 9 гендерах? Это может быть женщина, женщина физически, которая живет с двумя духами внутри. Или же мужчина физически, который живет с двумя духами. Или же это может быть человек, который обладает и физическими, и женскими, и мужскими характеристиками, который живет с мужским или женским духом. То есть гендер определяется по духу, не по физическому телу. Поэтому, если мы определяем дух по духу, если мы определяем гендер через дух, мы понимаем, что дух, он нам дан создателем. Создатель нас наделяет этим духом. Поэтому, если мы обратим внимание на те гендеры, на духи, которые живут внутри нас, это
работа Создателя. Создатель нас такими сделал. И так мы живем в нашем обществе. Но когда приехали европейцы, когда они прибыли на континент, и они разделили нас на эти две роли, на мужскую и на женскую, и врачи тоже, они делают операции людям со смешанным полом, они принимают решение, как тело должно выглядеть, но они не принимают во внимание дух, гендер этого духа, чтобы этот дух мог расти и развиваться вместе с телом. Эти врачи забрали у нас эту возможность. Я думаю, что это было очень радостным моментом для меня. А сейчас, когда мир меняется, мы наконец понимаем, что гендеры существуют по определенной причине. Это тот подарок, который дан этой общине, этим сообществом, те гендеры, которые мы носим в себе. Поэтому я хочу призвать вас всех, каждого из вас, посмотрите внутрь себя, исследуйте себя и поймите, каков ваш дух. У вас женский дух? Или, может быть, мужской дух? Или, может быть, ваше тело не совпадает с духом, который вы носите в себе? Но помните, если ваше тело не совпадает, это вас не делает меньше, чем другие. Мы все равны. Мы все получили один и тот же дар. Меня зовут Милки Гиаки. Это в переводе означает «человек с сильным духом». Громко звучит, но это не так. По какой причине мне дали это имя? Потому что физически я не очень сильный. Я живу с ВИЧ и со СПИДом. В 97 году у меня была полная вирусная нагрузка. У меня есть диабет, есть сердечные проблемы, артрит. Все эти различные вещи, которые ослабляют мое тело, которые не делают меня таким сильным. И моя эмоциональная сторона, которая тоже важна, очень легко меня ранить. У меня не так уж много контроля над эмоциями. Это другая моя слабая сторона. И тот факт, что я являюсь исследователем, и что я поступил в университет и выучился довольно-таки уже в зрелом возрасте, это моя сильная сторона, мой дух, моя связь с моим духом. Это самая сильная моя сторона. Поэтому этот дух и эта связь отличают меня от других. Есть люди, у которых очень сильные тела, но, может быть, они слабы с другой стороны. Может быть, в интеллектуальном смысле. А есть люди, которые физически не такие уж и сильные, но у них есть другие сильные стороны, другие слабые. Очень важно работать над балансом, чтобы все мы были равными. Равными, но разными. Нам всем дали одинаковое количество силы, просто по-разному ее распределили. Это то, как я вижу эту концепцию девяти гендеров. Нам всем дали одинаковое количество силы, но только по-разному распределили между нашими душевными силами. Может быть, с одной стороны, мы больше женщины, которые ощущают себя как мужчины, хотя мы живем в женских телах. Или мы чувствуем себя более женщинами, но живем в мужском теле, а может быть, мы одновременно себя ощущаем и мужчинами, и женщинами, и мы одинаково близки и нашим бабушкам, и нашим дедам. Может быть, наш дух, он и мужчина, и женщина. Использую церемонии барабаны, и я обычно бью в крупные барабаны, которые обычно используются мужчинами. Но тот человек, который передал мне этот барабан, он признал, что я должен признавать себя как человек с двумя духами. И он мне сказал, что я могу выбрать, большой ли барабан мне полагается, или же более маленький, в соответствии с тем духом, который сейчас
живет во мне, мужской или женский. И потому что у меня была хорошая, плотная связь с самим собой, я смог выбрать этот барабан, и уже много лет я его храню и использую в церемониях. Это те вещи, которые мы должны в себе принимать. И когда мы постепенно переживаем этот процесс, для всех нас, кто здесь присутствует на этом мероприятии ВИЧ 2020, и те, кто смотрит на этот эфир в Фейсбуке, я хочу вас пригласить присоединиться к нам. Мы проводим круги, традиционные круги, но будут и немножечко другие мероприятия, круги, в которых мы позволим людям взглянуть внутрь себя и исследовать, чтобы они сами выбрали свое место в связи с этими 9 гендерами, где они себя чувствуют более комфортно, как они себя ощущают, как они себя лучше воспринимают в этой парадигме из 9 гендеров. И я приглашаю вас всех взглянуть внутрь себя и найти возможность чувствовать себя более комфортно с самими собой внутри себя, обратиться к мужчинам, которые живут с мужским духом, и к женщинам, которые живут с женским духом, найти возможность чувствовать себя более комфортно и пригласить других людей, чтобы они также примирились со своими духами. И особенно я обращаюсь к матерям и к отцам. А вы растите этих детей с различными гендерами. Вы знаете, когда я разговаривала, общался с моим старейшиной, буквально в последние месяцы я с ним разговаривал, и в этом разговоре обычно мы проводим эти встречи, эти собрания, церемонии. И я с ним собрался и обсудил результаты исследования Канадского исследовательного института. Мы как раз рассматривали эту парадигму 9 гендеров. И мы сказали, мы действительно должны найти возможность помочь детям. Потому что есть маленькие мальчики, которые живут с женскими духами внутри, и маленькие девочки, которые живут с мужскими духами. Для них это очень сложно. Их детство сложное, их школьный период тоже сложный, и мы должны найти возможность им помочь. И реальность следующая. Мы очень многих из них теряем, потому что мы знаем, что дети-трансгендеры часто совершают суициды, часто страдают от физического насилия и особенно сексуального насилия. Очень высокий уровень сексуального насилия среди этих детей-трансгендеров. И это ужасно, и мы должны найти возможность с этим справиться. Я думаю, что, может быть, пользуясь парадигмой 9 гендеров, этой новой формой воззрения гендерной системы, мы сможем лучше понять саму концепцию гендера. И мы можем использовать эту концепцию как образовательный инструмент. Ну что ж, мое время подходит к концу, но ничего страшного. Давайте выделим время также на интерактивное обсуждение, чтобы все могли высказаться. Большое вам спасибо. И я думаю, что дальше по списку Гейл, правильно? Гейл расскажет, как она себя чувствует, как она себя ощущает в этой парадигме 9 гендеров. Гейл? Да, да, Майкл, спасибо. Во-первых, спасибо за то, что меня пригласили. Я также хочу признать тот факт, что ты зажег трубку. Это очень хороший старт, потому что обычно мы именно так начинаем.
все, что мы делаем, мы начинаем с молитвы, с этого приближения к Создателю. И какой бы инструмент у нас не был, какой бы инструмент нам не дал Создатель, для этого мы его используем. Спасибо за это. Я решила, что я не буду зажигать табак сегодня. Потому что я решила не зажигать мою трубку, потому что вы бы не смогли тут же прийти и со мной разделить эту церемонию, но в следующий раз я это обязательно сделаю. Мне бы хотелось рассказать о моей жизни, о моей истории как транс-человека. Я выросла в резервации. Было очень мало, небольшое население в этой резервации. Но не было такого понятия, как гендер. Что я имею в виду? Мы все носили одну и ту же одежду, одни и те же куртки, какую-то верхнюю одежду. Для мужчин и для женщин это была одна и та же одежда, поэтому не было различения по одежде. Поэтому для меня, чтобы я стала тем, кем я себя ощущаю, кем я себя чувствую в моем сердце, выразить то, как меня создал Создатель, я удивлена тем, как моя жизнь поменялась с тех пор, как я была ребенком, росла в резервации. Я росла с бабушкой и дедушкой, с прадедушкой и... Бабушка, дедушка и прадедушка. И меня всегда в семье принимали тем, кем я являюсь. Мои братья и сестры младшие меня принимали, за что я очень благодарна. Я также участвовала в различных церемониях. Я помню, что мой прадедушка, он брал меня с собой на различные церемонии, на молитвы. Он приглашал меня, разговаривал со мной. И когда я была маленькая, все, конечно, было гораздо сложнее, не было современной технологии. И вот он меня брал с собой в поля, где выращивали кукурузу, и он молился и пел. Он говорил, что я буду молиться, я буду петь, а ты смотри. И я не помню, как я танцевала. Я помню его песню, как он запевал эту традиционную песню, начинал танцевать. И в тот раз он эту песню не закончил. Когда мы были детьми, не разрешалось нам прерывать наших старших. Это то, как нас учили уважение, как нас учили уважать старших, бабушек и дедушек. Мы не имели права их прерывать и перебивать, когда они говорили. Нас так учили, так воспитывали, учили вежливости. Иногда я желаю, чтобы эти времена вернулись. Ну что ж, в то время мы жили в доме. Это был небольшой дом, но довольно-таки удобный. И я помню, что однажды я спустилась в зал и услышала их разговор. Мой прадедушка говорил, что он пел в саду, пел в полях, и я танцевала. Я попытаюсь это на английский перевести.
Гейл цитирует песню на родном языке, как ее дедушка, ее прадедушка пел эту песню на родном языке. This is what he said to my сказал это, мой прадедушка сказал это моей бабушке и моей дедушке, и все засмеялись. Что он сказал? Перевод следующий. Когда я был в саду, я сказал, я буду петь, а ты танцуй. И я начал петь. Но пока я пел, она танцевала так... быстро, и я засмеялся, потому что она так быстро танцевала, кружилась. И я эту песню вспоминала, может быть, на протяжении многих лет. Я помнила, как я танцевала, и перевод текста этой песни, под которой я танцевала, это земля. И вы можете даже на YouTube найти мое видео, как я танцую под эту песню. С раннего детства и до сегодняшнего дня этот процесс, этот культурный процесс, тот наряд, который я надеваю для этого танца под эту песню, это потрясающий сильный инструмент, который мы используем для лечения. Мы приглашаем человека специального, чтобы он пришел, надел этот наряд и станцевал для того, чтобы излечить больного человека, как это делали наши бабушки, дедушки и различные духи, которые жили в прошлом и которые возвращаются. И тогда и начинается процесс. Для меня было довольно-таки тяжело расти человеком с двумя духами. Я родилась мужчиной, я до сих пор мужчина, я никогда не принимала гормоны, никаких операций не проводила. Я живу так, как я была создана. Я люблю себя такой. Многие люди страдают из-за того, что у них недостаточно высокая самооценка, но это не мой случай. Моя бабушка всегда мне говорила, что если что-то мне мешало, если что-то мне казалось неправильным, чтобы я к ней обратилась и у нее спросила. И когда я к ней обратилась, она говорила, как твое дыхание? Я отвечала, нормально. А как здоровье? Хорошо. Ну и все. И все. Все, что тебе нужно. А все остальное... Все остальные материальные вещи, они абсолютно не важны. Это то, как мы понимаем нашу философию, нашу жизнь. В нашем сообществе, в нашей общине я всегда рос с моими двоюродными сестрами. Они всегда меня любили, поддерживали, позволяли мне быть тем, кем я хотела быть. Я уехала из резервации где-то в 18-19 лет. Я переехала в город, пошла по неправильному пути, а затем я вернулась домой. Я вернулась домой, чтобы восстановиться. Но когда я вернулась домой... Why are you doing that? Мой двоюродный брат мне сказал, перестань так себя вести, тебе это не нужно. Поэтому я перестала. Я всегда росла и всегда училась быть женщиной. Как это было в моей семье. I see the youth, and I hear so much about
И сейчас, как я на это все смотрю, я вижу, что множество суицидов, злоупотребление наркотиками. И мне очень больно понимать, что мы не можем этим людям помочь. Но я надеюсь, что они увидят, что люди могут изменить свою жизнь. Почему? Потому что я прошла по этому пути, и я знаю, о чем я говорю. Я однажды оказалась на улице, я сделала все, что только могла, и сделала в свое время неправильно. Но сейчас я примирилась с моей жизнью. Мне нравится то, как я живу. Я уже более 20 лет не употребляю ничего, не пью, не употребляю наркотиков. Я без того достаточно сумасшедшая. Я люблю свою жизнь. Я люблю себя за то, кем я являюсь. И я получила очень много сил в этом процессе. Я человек с двумя духами. Вам, людям с двумя духами, абсолютно не обязательно быть парией в своем обществе, не обязательно быть отверженными. По какой-то причине Создатель вас такими создал. И любой человек, любая жизнь священна. Создатель нас любит такими, какими мы являемся, такими, какие мы есть. Есть причина нашему существованию. И мой гендер, да, я признаю свой мужской дух так же, как и женский. Потому что как человек с двумя духами, мы должны признавать оба своих духа. Нельзя один из них забывать. Поэтому, когда я молюсь со старейшинами, с бабушками, с дедушками, я это признаю. Я никогда не смогла бы жить как мужчина, потому что я просто не знаю, как живет мужчина. Я всегда жила как женщина, и для меня это вполне удобно, вне зависимости от того, что думает общество. Я на этой земле такая, какой меня создал Создатель. Не наука, Создатель. И я действительно надеюсь, что это сообщество с двумя людей, с двумя духами, оно станет более открытым. А я еще хотела бы добавить, мой младший брат, сейчас мой племянник, ему 9 лет, он себя некомфортно чувствует, будучи мальчиком. Поэтому он превратился в девочку. Сейчас мой брат его любит как дочь. Мой брат, моя заловка, они окружили любовью и заботой мою маленькую трансплеменницу. И я очень люблю моего брата за то, что он так поступил. И единственная проблема — это школа. Но они... Оба правильно поступили, они обратились в школу, разобрались с этой проблемой. И сейчас они любят и поддерживают мою транс-племянницу. Я надеюсь, что во всех семьях будет так происходить. Мы все на этой земле по какой-то причине. Для Создателя мы все равны перед его лицом. И я надеюсь от всего моего сердца, что мы все равны в глазах Бога, в глазах Создателя. Мы можем быть миллионерами, очень богатыми людьми или бедными. Это не важно. Для Создателя мы все едины, мы все равны. Я молюсь за моих людей, за мой народ, за их выживание. Мы должны найти возможность сделать так, чтобы наши молодые люди чувствовали себя удобно, будучи тем, кем они являемся. Не бросать их, не заставлять их быть тем, кем они не хотят быть. Я очень много молюсь за людей с двумя духами, чтобы они были тем, кем они хотят быть, для того, для чего они пришли на эту землю. Мы здесь ненадолго.
Time flies so fast. Время быстро проходит, даже сложно поверить. Я так говорю, потому что... No relation whatsoever. Just a situation I found her, and she's not too spirited. Потому что я встречался с людьми. Допустим, моя дочь, ей сейчас 26 лет, ее мать также человек с двумя духами, и мы с ней довольно-таки близки, она зовет меня мама, я ей говорю, не делай так, у тебя только одна мать, и все хорошо. И я рада, что я говорю на моем родном языке, этот язык вымирает, что очень грустно, но я очень благодарна тому факту, что я научилась этому языку, что старейшины, которые меня вырастили, они мне всегда говорили, не стыдись того, кем ты являешься, гордись собой, гордись своим языком. И на сегодняшний день, когда я уже взрослая, я горжусь, и я не стыжусь того, кем я являюсь, не стыжусь своего языка, моей жизни. Что ж, спасибо за то, что пригласили. Если у вас есть вопросы, с удовольствием отвечу. Вы меня не можете обидеть, я не обижусь, поэтому задавайте любые вопросы. Я полностью открыта для того, чтобы ответить вам. Thank you very much, Gail. Вау, спасибо огромное, Гейл. Шарп, переходим к вам. Ani bozo kwe segos kana goa sharp doppler indigenous class Newfoundland Dunjaba dijala gimeskwaki ashkwaki minwa Irish anishnabijin kaza nimiki makwa makwa do dem. Sharp doppler из Ньюфаундленда приветствует нас на родном языке. My English name is Sharp Doppler, and my английском меня зовут Шарп Доплер. My mother was Irish. Я из народа Чероки. Моя мать была ирландкой. И все те знания, которые я несу в себе, это огромное количество знаний традиционных. Я живу на территории Алгонкин, здесь, в Оттаве, недалеко от Оттавы. Я не росла в среде коренных народов. Я всегда знала, что я наполовину представляю собой коренную народность, но я не знала, как с этим жить. Мой отец никогда об этом не говорил. Почти 30 лет назад я уехала из Оттавы, переехала в нашу общину, и мне очень повезло, я смогла связаться с людьми, с представителями моего народа. И у меня просто взрыв в голове произошел, потому что я познакомилась с потрясающими людьми, такими как Майкл, Гейл, я их очень люблю. Это прекрасные люди, которые стольким со мной поделились, столько мне всего дали и превратили меня в того человека, кем я должна была быть. Я родилась женщиной. For a good part of my life, I was fairly comfortable with that. И часть моей жизни, в некоторое время, я жила, чувствовала себя довольно-таки удобно. Я совершила каминг-аут как лесбиянка где-то в начале 80-х годов. Гейл права, время просто летит. Но я всегда чувствовала, что во мне есть что-то больше, нежели просто моя сексуальность. Но я просто не понимала, что это. Я приехала в Оттаву и начала работать с коренными народностями, с общинами, с людьми. И люди начали мне говорить о людях с двумя духами, рассказывать мне о них. Как Майкл говорил, это больше, чем просто сексуальность. И даже больше, чем гендер. This is where what Michael said about how... Когда Майкл говорил о том, как каждый из нас носит в себе свой дух. Я часто к себе применяю термин «два духа», но я не совсем согласна. У моего духа нет гендера. I just don't care.
гендер, он обычно назначен обществом. В начале мероприятия меня спросили, какие местоимения я предпочитаю, и сказала, что мне вообще все равно. Иногда себя чувствую больше мужчиной, иногда больше женщиной. Мне все равно. Мне не нравятся эти лимиты, эти границы, которые на нас накладывает гендер. Когда люди мне говорят, ну, тебе нужно более женственно одеваться. Тебе что, правда нравится такая прическа короткая? Ты непривлекательно так выглядишь. Ты должна говорить более мягко. Why are you trying to be like a man? Почему ты пытаешься вести себя как мужчина? So some men that I know. Ой, малыш, ты знаешь, я больше мужчина, чем многие мужчины, с которыми я знакома. Я также бывший военный. Я часть этого ЛГБТ-движения в Канаде. Правительство в свое время приняло решение уволить всех ЛГБТ-людей из армии. И я пострадала от этого. Да, конечно, мне принесли извинения, все такое. Я очень благодарна всем тем прекрасным учителям в жизни. Я посещала различные международные собрания людей с двумя или больше духами. Эти прекрасные люди собирались, участвовали в церемонии и смеялись, и плакали, и говорили о своей борьбе, о своих сложностях. Это было прекрасно, это было очень красиво. Но мы... Нас много. Нас много. Мы больше, чем то, что говорит доктор, когда смотрит между ног и решает, кто мы, мужчина или женщина. У меня была прекрасная возможность познакомиться со старейшинами с двумя духами и поучаствовать в церемониях. И первый раз в жизни я почувствовала себя совершенно свободной, будучи тем, кто я есть, как говорила Гейл. Я была, я то, кем меня создал Создатель. И люди часто этого не понимают. Быть тем, кем ты родилась, кем ты создана. Но я учусь, как себя. Я при рождении была названа женщиной, и по традиции в традиционных обществах только мужчины могут проводить церемонию огня. Я была назначена женщиной при рождении, но тем не менее я являюсь хранительницей огня. Такие вещи происходят в моей жизни. Gender is complicated. Гендер — сложное понятие, очень ограничивающее. Очень много проблем из-за него возникает. Нас впечатляет слышать такие истории, как история Гейл, как Гейл была принята ее общиной, ее сообществом, ее семьей. В моем опыте тоже такое было. Тем не менее, есть и сложности, даже в нашем сообществе. Когда вы не придерживаетесь этого бинарного понятия, когда вас хотят либо мужчины, либо женщины называть, когда все хотят знать, кем вас назвали при рождении, мальчиком или девочкой. Я участвую в различных церемониях, в ритуальных танцах. И несколько лет назад кое-что произошло, что заставило меня изменить мой стиль. Я пыталась быть хорошей индейской девочкой, танцевать, быть спокойной, такой заземленной. Я подумала, ну нет, я себя так неудобно чувствую, мне некомфортно эта заземленность. Я знаю, что мне нужно что-то изменить, но я боялась. А затем в меня попала молния, я открыла глаза. И с того момента, и с тех пор я танцую в мужской традиции.
Я не называю это мужской традицией, называю это традицией воина, военной традиции. И по причине непонимания со стороны других людей, когда я приезжаю каждый раз на Пауау, часто ибо есть такая возможность, что мне не разрешают участвовать в виртуальном танце. And I'd like to say that's okay, but it's not. Я бы хотела сказать, что ничего страшного, но это не так. It took almost 7 years of me dancing here in Ottawa before. Почти 7 лет я уже танцую здесь, в Оттаве, на местных фестивалях Пауау. До того момента, как я получила поддержку как человек с двумя духами. До этого мы продолжали бороться, мы продолжали сражаться за наше право. Я знаю, что это сложно. Для человека с двумя духами. Здесь, в Оттаве, когда мы в первый раз собрались на фестиваль Пауау, на мероприятие Пауау, и начали рассказывать, танцевать, проводить церемонии людей с двумя духами для детей, нам сказали, что вы делаете, это неправильно. Все считают, что у них есть право подойти ко мне и спросить у меня, ты мальчик или девочка? Я скажу, да. И дети еще могут себе это позволить, но что происходит с взрослыми? Много лет назад для нас проще всего себя было вести как маленькие дети. Дети подходят и спрашивают, а почему у тебя такие длинные волосы? Или почему ты маленькая девочка? Это интересно, потому что ask those questions. I'm like Gail. I've had a good teacher. Gail teaches me a lot. I can't be offended. I can't be embarrassed. I'm open to any question, anywhere, anytime, anyhow. Chimigwech for inviting me and including me in this, Michael, for giving me the space to speak. Спасибо, Майкл, за то, что дал мне эту возможность выступить. Спасибо за эту прекрасную возможность выступить здесь в ряду представителей коренных народов. Спасибо за приглашение на замечательный форум. И для меня была прекрасна эта возможность услышать Гейл, как она говорила на своем родном языке, хотя я не понимаю, мое сердце просто танцевало, когда я ее слышала. И даже выразить этого не могу. Большое спасибо, Гейл, за этот прекрасный подарок, который ты мне даешь каждый раз, когда начинаешь говорить. Thank you very much, Sharp, for sharing. Большое спасибо, Шарп. I think this is how. Я думаю, что таким образом, делясь, рассказывая, мы можем что-то изменить. Однажды я разговаривал, общался с моим деверем. Было недопонимание. Он переживал что если у ребенка будет два духа, можно ли показывать какие-то выражения чувственности при детях. Я ему сказала, знаешь, если ребенок гетеросексуален, если он увидит двух женщин, как они целуются, или как два мужчины целуются, они не превратятся в геев. Но если ребенок с двумя духами увидит двух женщин, или два мужчины, как они целуются, они узнают, что все хорошо. И все хорошо так, как оно есть. И что они находятся на своем месте. Что все хорошо, что они продолжают быть собой, что жизнь — это торжество. Вы не сможете изменить
детей, мальчиков, живущих с женским духом, или девочек, живущих с мужским духом. Это не изменишь. Просто эти дети будут себя чувствовать более принятыми в этой жизни, на своем месте. Вот и все, что произойдет. Ну, большое спасибо вам обеим. Спасибо огромное, Гейл, за то, что поделилась тем, когда ты росла, когда ты была еще совсем маленькой, как ты росла вне времени, потому что в той резервации ты же жила со своим прадедушкой, замечательным, прекрасным прадедушкой, который так на тебя повлиял, несмотря на свой возраст, на свою традиционность, без суждения, без осуждения. Я думаю, что это замечательная история, которая ты поделилась, которая позволяет нам понять, что это не должно быть барьером, не должно быть границей. Это мы должны этим гордиться. Ну что ж, а теперь вопросы. Саша, есть какие-нибудь вопросы? Надеюсь, что есть. Конечно, конечно, спасибо, Майкл. Мы хотим вас поблагодарить, вас, Майкл, Гейл и Шарп, за то, что поделились вашими историями, вашими знаниями, за эту прекрасную возможность послушать ваши рассказы и задать вопросы. Было пара вопросов. Есть два способа задать вопросы. Первый – это через отдел вопросов и ответов, а второй – в чате. А также вы можете поднять руку. И мы вам передадим слово. Я буду модератором. В чате идет. Actually, Aline, if I'm correctly asking the question, how would new gender categories help to overcome colonial gender paradigms? Shouldn't we disorganize gender categories? If anyone wants to respond. This is a start. When we go beyond two. Если мы выйдем за пределы двух гендеров, то уже будет хорошее начало. Если мы начнем понимать, что биология — это еще все, это уже хорошее начало. Что это уже хорошее начало, очень хороший подход. Спасибо, Шарп. For the society that we live in now, для этого сообщества, для того общества, в котором мы живем на сегодняшний день, open society, I believe. Это уже более открытое общество. Единственный сложный момент, когда вы показываете свое удостоверение личности. Но как вы решаете жить свою жизнь, это зависит от вас, это ваш выбор. Это не должно зависеть от общества вообще. Я знаю, что для некоторых людей это может быть опасно. Но Создатель, Он заботится о всех нас, Он следит за всеми, за нами, нам помогает. Спасибо, Гейл. Yeah, I think maybe if we can start looking at the different ways that people can be. Я думаю. Through research. И если мы обратимся к исследованиям, maybe through research, может быть, через исследование мы сможем понять, how we can sit outside of the dichotomy. И женского, и как мы можем лучше понимать. Signing up for these circles and sharing. Поэтому те люди, которые в особое время, в особом месте. И это знание, это учение, я не смогу его применять всегда и везде, в любое время. Знания традиционные так не работают. Потому что эти знания, они индивидуальные, они личные. В особое время, в особое место приходят к нам. И традиции традиционные учения и понятия, они довольно-таки флюидные. Through the research process.
I think that's the only way we're going to get a handle on it. Because I know I don't have a handle. Так это я понимаю. Поэтому я очень впечатлен и очень рад этому, этому подходу, этому исследованию. Ну что ж, я очень рад. Очень благодарен всем тем, кто присоединился к этой сессии, касающейся 9 гендеров, тех, кто за нами следит в Фейсбуке, смотрит прямой эфир, и я вижу, что очень открытый диалог, обсуждение ведется в чате, очень поддерживающее, позитивное. Есть парочка вопросов. Как я могу связаться с обществом, с двумя духами в Центральном Техасе? And there is an answer Sharp was giving. Для Сокомати. И Sharp ответила. Я ответил. Если кто-то еще хочет ответить, Гейл, Майкл. Да, я вижу, что есть вопрос. Давайте я просто прочитаю. If any indigenous communities is a presenter, Michael Parsons, a part of. Well, I am. I do have Mi'kmaq ancestry. I'm a Jakatar. Был вопрос. Пропустила ли я, к какому, какой общине принадлежит Майкл? Я одна из моих бабушек, она была традиционной целительницей, и наша семья принадлежит к различным общинам. Это одна из общин, разные коренные нации. Some people will say that they weren't there to hunt them, that they were friends, and they all got along. Некоторые люди говорят, что они были, что это сообщество, что это община были рабами. Другие говорят, нет, они были свободными охотниками. Мы уже об этом не знаем, потому что мы знаем историю, пишут победители. И я сам с двух сторон. С одной стороны, у меня есть британское наследие. Британцы в свое время приехали и истребили местное население. А моя бабушка, другая бабушка родилась на Тингеме. Это 25% моего наследия. И также у меня есть французское наследие в моей семье. Но те, кто, так скажем, преследовали, кто охотились, и те, кто дали мне эти знания, у меня, я уверен, что моя бабушка Мэри очень хорошая женщина, она была, что она меня видит. Мой отец был священником. Так что вы видите, нет никакой разницы. Духовность, для духовности не важно, кто вы, христианин или следователь каких-то традиционных верований. Потому то, как мои предки со мной общаются, как они со мной связываются, это через церемонию зажигания трубки, через различные ритуалы. At the side of the road, give a moose cedar that I had picked off the top of the mountain, top of the cedar tree. Поэтому все за меня более духовные места это природа. И в самом начале я не понимал, почему это так. Я раньше не знал, что у меня есть традиционные корни. Однажды, когда я вернулся из поездки, с путешествия, я увидел перо орла у моей двери. Я спросил у моей мамы, что это происходит. И она сказала, вот вы видите, слушайте меня, это орлиное перо, оно не просто так появилось, мы должны поддержать этого мальчика, поддержать этого парня. Поддержать его корни. Моя мама жила в вагончике, когда пришел мой отец,
Он пришел и сказал мне, что его бабушка была традиционной целительницей. И так я узнал. That's how I started to discover. Так я начал потихоньку узнавать, что у меня есть корни, традиционные корни коренных народностей. Поэтому мои коренные предки, представители коренных народностей, они таким образом ко мне обращались, призывали меня к себе, приглашали работать в этом направлении. И для меня это огромная привилегия, что меня принимают во многих традиционных коренных общинах. Это то, кем я являюсь, это то, кто я есть. Спасибо, Майкл. Я знаю, что Шарп пыталась ответить на этот вопрос в чате. Очень важно для нас представляться, говорить, кем мы являемся. British Columbia. Я из Британской Колумбии веду эту сессию. Это просто для нас такое напоминание о нашей истории. И каждая история важна. Важна для того, чтобы понимать концепцию 9 гендеров. Есть еще пара вопросов. Daniel is asking, is there overlap? Daniel спрашивает, есть ли какая-то интерсекциональность между интерсексуальным сообществом и сообществом с двумя духами. Ну, конечно, конечно. Yeah, there's no firm guidelines anywhere. Ну, нет каких-то строгих правил. Все у нас флюидно, все у нас текуче. Кто-то еще хочет что-то спросить? Gail Sharp. Oh, heck yeah. Yes, Sharp. Конечно. Just let it be. Let it be, let it be, let it be. Позвольте тем, кто ответит. Thank you. Yeah. Thank you. I could see there is another question from Ciara is coming. I am a high school counselor for Еще вопрос от Киары. Я советник в школе. Do any of you have any advice for adults? Некоторые подростки в моей школе говорят, что у них есть два духа. Есть ли какой-нибудь совет, который я могла бы дать этим молодым людям с двумя духами, чтобы поддержать их, чтобы помочь им узнать, кто они, кем они являются? Они уже знают, кто они. Вы должны их слушать и поддерживать их в том, кем они являются, быть теми, кто они есть. Вы должны создать безопасное пространство для них, чтобы они были самими собой. И любите их такими, какие они есть. Красивые люди. Конечно, вы должны понимать, что если вы играете какую-то роль в их жизни, может быть, вы единственное безопасное место, безопасное пространство, которое есть в их жизни. И перестаньте их мучить, спрашивая, какие местоимения они предпочитают, какими именами они предпочитают, чтобы их звали. Может быть, это единственное место, единственное пространство, где они могут самовыражаться. Может быть, в их семьях их не принимают. И, может быть, они находятся в ситуации риска, опасности. Научитесь. Узнайте побольше об этом. Есть очень много знаний, очень много людей, с которыми вы можете связаться и поговорить. Как Майкл говорил, самое важное — говорите с этими детьми. Они знают, что им нужно. Они знают лучше, чем кто-то из нас, потому что мы не живем их жизнью. Спросите у них. Просто будьте открытыми. Это очень просто. Просто любите их. Такими, какие они есть. Поэтому мы проводим эти встречи, эти круги. Это те места, где они должны рано или поздно прийти. Это безопасные места, потому что мы здесь собираемся на виртуальных встречах и говорим об этом, чтобы они могли участвовать, могли задавать вопросы, где они чувствовали себя в безопасности, что они могут совершенно спокойно спросить, задать любые вопросы. Я думаю, что нужно больше встреч таких, как это, проводить. Потому что мы еще можем сделать? Из-за пандемии.
Мы должны продолжать делиться, да, общаться, публично потом говорить, как сейчас. Instead of being confused. And with their stories, I know, их from the way they истории, are. Они очень отличаются от наших, потому что поколение изменилось. Но тем не менее, когда я разговариваю с молодыми людьми, когда я их слушаю, это впечатляет меня, потому что они наше будущее. И то, как они говорят, насколько открыто, насколько они только к нам подходят. В нашем поколении у нас не было такой возможности. Нам не разрешали вообще говорить, как-то выражаться. Поэтому нам просто нужно открыть пространство для них, чтобы их сердце, их чувства их вели. Чтобы это был лучший мир для нас всех. Thank you. And I think in common Derek was saying love or they know. Спасибо, я вижу, что Дерек пишет вау. Они знают, кто они, кем они должны быть. Просто позвольте им быть самими собой. Это Дерек написал в чате. Да, мы должны уважать их, их самоопределение, их достоинство. Поэтому, если вы можете создать такое пространство для них, это замечательная возможность, где мы можем поддерживать, любить и заботиться о них. Еще один вопрос от Люриселлы. Есть ли какая-то какие-то сложности, какая-то борьба для вас, когда вы попытались связаться с вашими коренными сообществами, как люди, которые не выросли в этих сообществах? Конечно, это вопрос для Шарпа и Майкла. Да, разумеется, сложности были и будут всегда. Меня усыновил старейшина из общины Кри, потому что мой отец мне сказал, что иди и найди, где тебе можно спокойно умереть, потому что для меня такой стыд, для меня, для моей церкви, что у меня ребенок сын Свич. Он меня попросту выгнал, отправил умирать куда-нибудь еще, не у него дома. И меня приняли в этом сообществе. Когда я вернулся домой, когда я начал заболевать уже серьезно, I found a sweat lodge to go to right away because Natal, we put the prayers in place for me to be able to find that sweat lodge quickly. Для меня это было, конечно, очень сложно. I went into that lodge. 70% of the people stopped going to that lodge because they didn't want to sweat with. Более 70% людей, они начали ко мне относиться довольно-таки предвзято, потому что я открыто гей, живущий Свич, то есть они не могли ко мне относиться как раньше. Но когда я обратился к Лакота сообществам и к другим, меня приняли совершенно свободно, потому что мне сказали, что этот ритуал, эта церемония, это для, просто для больных людей. А я был больным человеком на тот момент. То есть я оценил разницу. You know, may take 15 years. Но иногда они возвращаются. 15 лет спустя они возвращаются. И fasting with Jojar and them the first time. And this guy was very, very homophobic, and he was один из парней из моего прошлого ужаснейший гомофоб. Year and a half ago. Где-то полтора года назад он со мной связался, и мы 4 часа с ним разговаривали, общались о всех этих темах. Он вернулся в мою жизнь, он понял. И мой старейшина, он тоже раньше был не то чтобы гомофобом, но, по крайней мере, он открыто не поддерживал однополые пары и так далее. А сейчас он их поддерживает. Поэтому все это меняется. Шарп? Yeah, like I said, I moved to Ottawa 30 years ago, and I тоже сказал, я уехала из Оттавы 30 лет назад, и нашла это сообщество. Через моего советника
по зависимостям. И таким образом я узнала обо всем этом. Really amazing elders. Я связалась, знакомилась с парой очень замечательных старейшин. Downplaying the whole gay thing, because, well, that's what you did. Because I got the message. И я поняла этот посыл. Proper indigenous woman. Для того, чтобы, когда вы просто традиционная, обычная женщина, все хорошо, но когда ситуация иная, что касается, например, ВИЧ-сообщества и принятия как человека, живущего с ВИЧ, эти старейшины, которые работают с этими общинами, это как раз та причина, по которой я приглашаю и провожу церемонии для людей. Когда я узнала, что у меня два духа, я начала бороться со всеми этими гендерными границами, барьерами в уважительном ключе. Это было сложно. И я также страдала от того, что я также принадлежу народу Чироки и другим коренным народностям, которые между собой не ладят. Поэтому я связалась с старейшинами из всех этих народностей и получала их знания, их учения. Вне зависимости от того, что бы я делала с этими знаниями. Однажды одна пожилая женщина, она ко мне приблизилась просто нос к носу и сказала: «Ты кто такая, чтобы сомневаться в этих учениях? Ты вообще знаешь, что ты об этом?» Я сказала: «О, не знаю». Я перестала сомневаться на этот счет. Я просто стала благодарить всех тех людей, которые делились своими знаниями, своими умениями со мной. И кто попросту спас меня, спас мою жизнь, и не изменил мою жизнь, а спас меня. Я страдала, потому что я была из квир-сообщества, меня стали вытеснять, выгонять с церемоний. Мне говорили: ты должна прийти в юбке. Я говорила: мне неудобно в юбке. Мне говорили: ты должна делать то, ты не должна делать все. И я из этого переживала. To learn it. Потому что человек, который в этой культуре многому научился, для меня это было как... It was like having a hunger. Это как такой, знаете, голод, который невозможно удовлетворить. And I didn't want to give that up. Я не хотела сдаваться. I found myself stuck. Поэтому я рано или поздно столкнулась с тем, что я просто застряла. И отец старейшин мне сказал: знаете, когда вы ходите, вы когда обращаетесь в эти места, и вы чувствуете, что вы там чужой человек, не принадлежите, так вот тут тоже может быть. В тех кругах, где вы принадлежите, где вы себя чувствуете хорошо, вы об этом сразу узнаете. И она была права. Потому что сейчас я окружена этими людьми, мы друг друга зовем чудаками, фриками. Мы собираемся, проводим церемонии, мы танцуем, поем, проводим различные ритуалы и церемонии. И люди к нам приходят. И мы не спрашиваем людей, какие у вас тела, какие у вас гендеры. Мы их просто приглашаем на церемонию, потому что мы знаем, что люди умирают, потому что не могут попасть на эти церемонии. И если я могу хоть что-то сделать для того, чтобы их спасти, я это сделаю. Я признаю всех этих людей, которые в свое время поделились самыми знаниями и сделали меня тем, кем я являюсь. Но мне еще много-много впереди, много
много мне предстоит узнать. Иногда я довольно-таки плохой человек, довольно-таки неудобный. Но все равно люди мне помогают. Да, я знаю, обо мне то же самое говорят. But that's okay too. Ну, ничего страшного. Это тоже нормально. Большое спасибо. Очень сильные слова. Как вы делитесь, как мы вас слушаем. Люди, которые смотрят на эфир в онлайн, это очень важно знать, кто мы такие, как мы можем найти люди, которые могут нас поддержать. Это очень важно. Для того, чтобы исследовать себя, исследовать эти девять гендеров. Я знаю, что есть еще один вопрос, который сначала опубликовали в чате, а потом в отсеке вопросов и ответов. Вопрос следующий. Как вы боретесь со стигмой дипломатично? Go ahead, Sharp. Sorry. Шарп смеется в ответ. Go ahead, Gail. Давай, Гейл, отвечай. I think Gail's frozen. Похоже, что Гейл прервалась. Не здесь она, здесь она. Gail's more diplomatic than any of us. Gail. My opinion on that stigma. Моему мнению, стигма. Я думаю, что я многим людям доказала, что они были неправы. Unfortunate stigma that I know. И самое. Такие неприятные моменты, с которыми я сталкивалась в отношении стигмы, это тот факт, что я квир или гей. Любое выражение, которое вы употребляете. Но если вы посмотрите на историю, вы поймете, что именно мы объединяли общины. И это так до сих пор есть. Я сам. So the mother had asked me if I would take the responsibility of raising a child. Я сама вырастила мою дочь, девочку. Ее мать меня об этом попросила. Never ever play the role of being. И из-за моего гендера я бы никогда не смогла играть роль матери. И я ее и не играла. That proves that. И этот подход, эта стигма, ее нужно стереть, нужно перестать нас отделить на категории, думая, что вот вы являетесь тем или тем человеком. I'm not saying anything wrong against men. Я ничего не говорю против мужчин. Murdered and missing women, like even that itself, it seems to be walking alone. We need more men coming in. Для нас, для женщин, очень важно, чтобы мужчины обратили свой взор на нас и начали нас поддерживать, чтобы эту стигму игнорировали. I say, like it's almost like force to force, like get rid of the stigma on us. Мы должны избавиться от этой стигмы, которая накладывает на нас эти все ложные понятия. Нужно найти реальность в этом существующем мире. Если вы с кем-то встретитесь на улице, с человеком другого гендера, не зовите их тем словом, которым они не являются. Это ужасно. Я знаю, что люди бывают, так скажем, неприятными людьми. Я же не говорю козлу, что он козел, правильно? Но это, конечно, шутка. Но это тоже стигма. Я не знаю, как мы можем стереть эту стигму, как мы можем убрать эту стигму в отношении людей с двумя духами. Это же неправда. Многие из нас знают, как любить, знают, как учить. Мы очень скромные в наших сердцах. Мы можем этой скромностью делиться, учить многих людей, кому нужна эта помощь.
Как мы это говорим на нашем языке, мы это так называем, жить хорошую жизнь. I think that's the same word in Cree. Sounds like it anyway. I want it to be a giveaway. Звучит как язык Кри. Похоже. Like I think what a lot of people don't realize is, я думаю, что многие люди не понимают, as two-spirit people, like I'm a grandfather. Что люди с двумя духами. I'm a husband. I've been married for 35 years. Я являюсь I've been with my partner for 21. Отцом, мужем, даже дедушкой. Уже 35 лет как женат. Я стараюсь активно присутствовать в жизни моих внуков. Недавно я разговаривала с моей младшей внучкой, и она сказала, что такое трансгендер? Потому что она в школе услышала это слово, и сказала, и я попытался ей объяснить, что такое ЛГБТКИ. And I said the I isn't even сказала, a physical sex, intersex. В этом в этой аббревиатуре это означает, что ты одновременно и мальчик, и девочка. И она мне спросила, как это выглядит. И я ей объяснил, что в людях с двумя полами, с двумя гендерами живет два духа. И она сказала, понятно. And then as soon as her mother got home, и как только мама вернулась домой, она побежала мне и сказала, о, дедушка мне только что рассказал о том, что такое интерсекс, что такое трансгендеры. И теперь я все поняла, и моя невестка меня спросила, ну и что ты собираешься этим разговором объяснить? Очень интересно было. Думаю, что касается борьбы со стигмой, having conferences and stuff or in other ways is having a sense of humor. Один из способов бороться со стигмой — это чувство юмора. Когда мы собираемся, поддерживаем друг друга. When we're not alone in it, we're strong. Мы себя чувствуем менее одинокими и более сильными. The sense of humor, and и чувство юмора помогает. Support around you, it's easier. Когда у вас есть поддержка, гораздо проще бороться со стигмой. Когда я начала ездить на мероприятия пау-вау и слушать о том, как я танцую, мнения различные, я почувствовала силу, почувствовала мощь, потому что я танцую с оружием, и никто не может ко мне приставать. И другие, это придало мне силы. И когда люди, знакомые люди, когда они чувствуют себя немножко, что дают слабину, они ставят меня в пример. Я помню, когда я на первом пау-вау детском объявила, что люди с двумя духами могут танцевать так, как захотят. Turkey vulture. Одна из участниц, она начала танцевать в женском круге, но используя мужские атрибуты, мужской перевой упор. The MC comes scampering over to me and he's going, "What are you doing? What are you doing? What are you doing?" И ко мне люди некоторые подбежали и сказали, "Что вы думаете? Что вы думаете? Женщина не может танцевать с мужским перевым упором." Я сказала, "Люди с двумя духами могут делать как они хотят, танцевать, как они хотят. И у меня спросили, а что, если женщина обидится? Я же тебе только что сказала, люди с двумя духами могут танцевать, как они хотят. А почему они сказали, тогда они сказали, почему она не танцует с мужчинами, если она себя чувствует мужчиной? Потому что она себя не чувствует мужчиной, потому что она должна танцевать с женщинами. И с тех пор меня провозгласили просто королевой фриков и чудаков Оттавы, но я не хочу эту роль на себя вести. Я сказала, на следующем пау-вау Wouldn't let this woman dance at all. And she was carrying an eagle staff.
На следующем пауау я видела, что даже женщине попросту не позволили участвовать, потому что у нее был перьевой убор из перьевого орла. И затем была выставка, и пригласили женщин исполнить традиционный танец. Никто не пришел. И опять их вызвали, сказали: женщины, выходите, танцуйте традиционный танец, и опять они не вышли. Тогда женщины собрались и окружили эту женщину с двумя духами. Они ее окружили. So she walked over and she spoke to the women and she went back to the drums and she said, just start. И тогда она с ними поговорила, она подошла к барабанам и сказала: ну давайте начнем. И они начали. И когда закончился первый раунд танцев, она положила табак к ногам танцовщиц. И потом она сказала: правильно, об этом и есть это мероприятие, вот о чем и речь идет, это мероприятие в нашем сообществе. Если мы все не можем собраться в круг, то это проблема. So that's how you handle that stigma. Those таким women образом мы боремся с этой стигмой. И потом уже на следующем пауау мы проводили, организатор обратился и сказал, что вообще происходит. Им сказал: иди поговори с женщинами, спроси у них. Вот так вот мы это и делаем. It was a beautiful thing. И это прекрасно. Согласна? Thank you, Sharp. Спасибо, Шарп. Спасибо, что поделились историей, как мы можем на индивидуальном и на коллективном уровне бороться со стигмой, как мы создаем эти пространства, признаем возможности изменений. Есть еще вопрос от Аманды. Если кто-то хочет задать вопрос, всегда у вас есть возможность поднять руку, мы включим ваш микрофон. Аманда задает вопрос. Я работаю с молодыми людьми, представителями коренных народов, у кого нет такого безопасного сообщества и старейшин, с которыми они могли бы пообщаться. И они начали этот процесс как транслюди, они начали принимать лекарства, медикаменты и падают в эту так называемую кроличью нору. И как я могу их убедить, что для того, чтобы чувствовать себя собой, им это все не нужно, как их могу поддержать? Я не знаю, о какой зоне нам говорит. Я живу в Манитобе, и в моей области, в Манитобе, это в центре Канады, я отсюда родом. Я предпочитаю старейшин не называть старейшинами, а скорее называть хранителями знания. Мне кажется, это правильнее. Поэтому моя роль, когда меня просят, приглашают поделиться знаниями или историей. Я часто о себе рассказываю, о своей истории, о своем происхождении. Я всегда им говорю, что у меня два духа. И нет никакой причины прятать этот факт. Почему мы должны прятаться? More of us are being called in because that's how it was way back in the day where и раньше люди с двумя духами всегда существовали, и сейчас, и раньше. But the turn two, and we can do it. И они всегда были основой этого сообщества, этой общины, они всегда поддерживали общину, поэтому нет никакой причины стыдиться того, кем ты родился. Будь
Ты должен себя чувствовать удобно в твоем теле, будучи тем, кто ты есть. И какую бы роль ты ни выбрал, какой бы жизненный путь ты ни выбрал, наш Создатель нас такими создал, наши бабушки, дедушки нас такими вырастили. Мы никогда не одиноки. Всегда духи за нами следят, Создатель за нами следит и о нас заботится. И нам показывают они, как правильно отвечать на вопросы, как правильно говорить. The message is there. Но это есть посыл. Поэтому я думаю, что нет смысла стыдиться того, кем ты являешься, стыдиться твоего гендера. Никто не должен стыдиться. Я думаю, что те люди, которые нас не принимают, пусть они стыдятся, а не мы. Это мое мнение. Я думаю, что если вы сможете пригласить спикеров, и не обязательно для детей, может быть, для всего сообщества, спикеров, которые могут встать и сказать, что вот, оно так, как оно есть, и посмотреть людям в глаза и сказать, что нет никакой причины вот следовать этим колониальным понятиям, этим парадигмам, что человек может жить свою жизнь таким, какой он есть. Может быть, если мы будем этому учить молодых людей, может быть, они об этом не знали, может быть, они не слышали этих историй. Когда я познакомился, когда я встретился с моим отцом, я путешествовал по Канаде, ездил из города в город, работал. Это было в 97 году. Я ездил на грузовичке, это был февраль месяц. После того, как я закончил мое путешествие по всей стране, когда я вернулся, когда я приехал на конференцию по СПИДу для коренных народов. Не помню название организации, которая меня пригласила. Кажется, называлась «Два духа», «Two Spirits». Healing our spirit was the name of it. And thanks, Lynette. When I got back to Saskatchewan, когда я вернулся в Саскачеван, I dated. He introduced me to this other man. Одни друзья, парень, с которым встречался, он меня познакомил с одним человеком. И я почувствовал это привлечение, это влечение. Почему? Потому что это Создатель толкал меня в объятия моего нового отца. Я почувствовала это сильное-сильное влечение между двумя мужчинами, которые мы не могли отрицать. Я сразу поняла, что это мой новый отец. Просто подумайте об этом. Подумайте о том, что сделал Создатель для того, чтобы познакомить меня с моим новым отцом. Первая вещь, которую этот мужчина сказал, я тебя приглашаю домой. Это был мой прием, отец. Потому что это твой дом, ты здесь принадлежишь этому дому. И он так и поступил. И он был моим отцом до его последнего дня, до его последнего момента, и до сих пор он мой отец. Я до сих пор близок с его семьей. И даже несмотря на то, что он уже умер, он перестал принимать лекарства, он уже очень сильно похудел, его организм уже не справлялся со всеми этими лекарствами, и он прекратил их принимать и умер. Я думаю, эта история, которую я с вами сейчас делюсь, которую рассказываю, что Создатель использовал этого влечение между двумя мужчинами для того, чтобы познакомить меня с моим новым отцом. Поэтому Создатель, он иногда нас посылает для этого. И,
И те люди, которые говорят, что это неправильно, что они говорят, что Бог неправильно поступает, может быть, им нужно слышать больше таких историй, которые мы, как коренное население, храним и рассказываем, чтобы избавиться от этой стигмы, от этих суждений, чтобы выйти за рамки этих суждений и чтобы прийти к принятию. Yeah, and just for Amanda's purposes, there's a number of two-spirit organizations. Есть несколько организаций людей с двумя духами, включая национальные, региональные организации. Вы можете связаться с ними онлайн. Gail, I prefer the term knowledge keepers rather than elders. Gail называет, и вы можете пообщаться с людьми, которых Gail называет старейшинами. Я предпочитаю называть их хранителями знаний. Для меня старейшина как-то слишком сильно звучит. Gail, как называется твоя организация? Two Spirits in Motion. Yeah. Two Spirits in Motion. Я постоянно забываю. Вот, например, организация Two Spirit Emotion, они могут вас поддержать, могут вам помочь. У них есть очень много связей в Канаде с другими организациями, поэтому можете к ним обратиться. Also, that when I was asking about Dallas, Texas. Еще вопрос касается Техаса. Барри Лейтон, найдите, поищите Барри Лейтона, он вам может помочь. Я там была 3 года назад на собрании людей с двумя духами, и я там с ним познакомилась. Он живет в этом регионе, у него наверняка есть информация. Он может вас связать с старейшинами из этого региона. Это молодой человек, он организатор сообщества людей с двумя духами в Далласе, в Техасе. Поэтому, пожалуйста, Барри Лейтон, можете с ним связаться. Спасибо. Спасибо за то, что поделились этими историями, ресурсами, контактами. Если вы не запомнили название организации или имя человека, можете посмотреть потом запись, чтобы найти поддержку в том регионе, в котором вы живете. Lily wrote, I'm part of the HIV anti-stigma conference in Washington. Здесь один из участников Лили написал, что я являюсь частью конференции против стигмы ВИЧ в Вашингтоне. И say please contact on Facebook user with a 9-gender mic. Я переживаю из-за наших детей, что мы должны более свободный путь для них прокладывать. Вот и это стигма. Поэтому вы говорили об исследованиях, вот этих кругов, встреч. Пожалуйста, воспользуйтесь возможностью современной технологии, Zoom, мы можем собраться на международном уровне. Поэтому, пожалуйста, обратитесь к Майку, вы можете связаться с ним после нашей встречи. And grateful for everybody participating. Сегодняшняя сессия — это только начало разговора. Прекрасная возможность задать вопросы. Есть еще какие-то вопросы? Пожалуйста, скажите нам. Лусила пишет в чате. Я не хотела сказать, что я не поддерживаю решение сделать операцию для того, чтобы изменить пол. Я просто хочу их поддержать, чтобы они себя чувствовали комфортно в том теле, в котором они родились и живут. Правильно? Да. Да, конечно. Извини, Шарп, я тебя перебил. Я просто хотел добавить, что это учение о 9 гендерах было передано мне по определенной причине. I belong to so many different nations. Я думаю, потому что я принадлежу столь многим нациям. I have ancestry with the Baytak nation, I have ancestry with the Irish. Это и коренные народы, и британцы, и ирландцы, англичане, французы. Maybe one of the reasons they chose. И, может быть, меня выбрали для того, чтобы передать это знание. Потому что я тот человек, который может это между разными культурами пронести это знание. Это знание, которое может помочь другим людям, не только коренным народностям. Поможет другим людям
создать такую площадку, платформу, которая бы поддерживала все гендеры, всех людей, так как меня этому научили. И в этом круге четыре цвета. И когда я зажег мою трубку, я помолился в четырех направлениях. Четыре народа, четыре животных, четыре нации и четыре этапа жизни. Поэтому вот именно этому я и молился, и этому посвящена была моя церемония. И мы работаем в правильном направлении, когда мы работаем с четырьмя народностями, с четырьмя священными животными, четырьмя целительными лекарствами, четырьмя этапами жизни. Вот только тогда наша работа может считаться завершенной. А я люблю завершать то, что начинаю. Поэтому, пожалуйста, не пугайтесь, не стесняйтесь, если вы не принадлежите коренной какой-то народности. Мы все равно вас ждем. Добро пожаловать. Добро пожаловать всем. Я согласна с Майклом. Как человек, который принадлежит одновременно и к белой расе, и к коренным народностям. Я понимаю, какие существуют сложности. Мы сталкиваемся с такими проблемами, как общение с нашими коренными родственниками, и я чувствую, что они меня исключают из своей семьи. И на протяжении долгого-долгого времени я ненавидела то, как я выглядела. Я ненавидела тот факт, что я снаружи не выгляжу так, как я чувствую себя внутри, что я не говорила на языке моих предков. Я так хотела, чтобы я могла на нем говорить. И я начала учиться. Начала работать в общинах, учить некоренных людей, истории наших общин, и я поняла кое-что. Я поняла, что вот эта ситуация, в которой я живу, на самом деле это дар. Потому что я могу общаться, допустим, с людьми, и они даже не знают о том, что я принадлежу коренному народу, потому что я выгляжу как они. И я такое, знаете, неудобное доказательство. И они на меня смотрят не так предвзято, когда я им говорю какую-то правду, какое-то утверждение, они ко мне относятся по-другому, ко мне, нежели, допустим, к нашей красивой Гейл, когда она пытается донести до них эту правду, потому что она выглядит так, как чувствует себя внутри. И это, конечно, дерьмовая ситуация, с которой мы сталкиваемся, но мы продолжаем над этим работать. И я, и Гейл, и Майкл, каждый в своем направлении. Мы мосты. Люди с двумя духами, они и есть мосты, мосты между разными гендерами, четырьмя цветами людей, духами, животными, целительством. И это хорошо, это правильно, хотя и болезненно. Ну, меня окружает община, поэтому я смогу справиться с этой болью, мы все часть этого круга. And we're also healers. You know, I'm a contrary clown. You know. Вы знаете, это тоже как мы выглядим. Я в своей общине играю роль хайока, как это называют хайока. А потом не надо долго рассказывать, просто приезжайте и посмотрите, что это такое. На языке кри у меня свое имя Мучумуня. Что на самом деле это оскорбление, это обзывательство. Это означает белый человек. Это странный белый человек, это меня так назвал меня, мой собственный брат. И когда мой отец еще был жив, он всегда говорил, когда ты слышишь это имя, это название, помни, что ты как клоун. И ты принимай это имя, принимай тот факт, что это имя дала тебе твоя
семья. И это должен беречь это имя и гордиться им. Это было мое первое традиционное имя. Звучит ужасно. Клоуном меня называют. Но когда мы собираемся на публике, в какой-то резервации, на каком-то собрании, и кто-то зовет меня Мучумуня, я улыбаюсь. Я поднимаю голову, говорю, да, что такое? Это я. То есть это такой обратный подход. Мы несем себе другое лекарство, другое целительство. Как люди с двумя духами, мы можем пересекать границы, мы можем быть мостами, строить эти мосты и переходить с одной стороны на другую. И видеть это с этой точки зрения. Это очень красиво, это прекрасно. Thank you. I know we have 9 minutes left. У нас осталось 9 минут для того, чтобы завершить сегодняшнюю сессию. Нет больше вопросов, просто нас просят, пожалуйста, отправить ваши e-mail адреса нашим участникам. Мы можем их опубликовать. Я не знаю, на постере опубликованы, указаны ли ваши e-mail адреса, но мы можем их прислать. Это Michael P. Great. So I will just share this with everyone. Вот я сейчас опубликовал e-mail адрес Майкла. Это michaelp@kan.k. Мы уже подходим к концу нашей сегодняшней сессии. Хочу поблагодарить вас за то, что были с нами эти 2 часа, нас слушали, что стали частью этого прекрасного круга, круга знания, круга обучения. Для меня огромная честь быть частью этого круга и слушать этих прекрасных докладчиков Майкл, Гил, Шарп. Спасибо, что поделились вашими знаниями и что позволили нам изменить это воззрение, это красивая жизнь, как вы это называете, правильная жизнь. Это помнить о том, кто вы такие. Эти диалоги, они очень важны, эти рассказы очень важны, чтобы понять, кем мы являемся. И это урок, который мы сегодня извлекли. Если у вас есть еще что-то, что добавить, то это, пожалуйста, мы вас слушаем. Я думаю, что нет. Я хочу попросить Гейл закрыть сегодняшнее мероприятие, провести церемонию по закрытию. Майкл, почему бы тебе самому не провести церемонию закрытия? Я боюсь, я что-нибудь сломаю. Что-что? Хотите песню сказать? Not while you're praying. Yes, no. Yes, you can sing a song while she's praying. Why not? We do it all the time. Конечно, ты можешь спеть песню, пока Гейл молится. Почему бы нет? Давай, ты будешь петь песню, я буду молиться на моем языке, а Майкл может подпевать. Майкл, да, меня слышишь? Ты можешь подпевать. Okay. Ну что ж, Гейл молится на своем языке. We are your care.
A song that I kind of knew, singing that one in one of our sweat lodges. Хорошо еще, что я эту. К слову, первый старейшина, с которым я познакомился, он был из Виннипега. Said that he wouldn't be my elder unless Joe John helped him. И он сказал, что он моим старейшинам не скажет, не станет, если ему не помогут. Джорджа, если мне помогут. Thank you. Ну что ж, большое спасибо. Thank you. Спасибо вам всем. Спасибо всем участникам. Пожалуйста, участвуйте. Вы можете пообщаться с Майком, и мы продолжим передавать вам эти знания и всю эту прекрасную работу, которую мы ведем. Да. I think that's it. We're off.